Из сегодняшнего дня начались мастер-классы членов жюри международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Прямо сейчас на платформе Zoom с участниками и слушателями общается солист Нью-Йоркской метрополитен-опера Алексей Лавров. В этом году событие проходит впервые в онлайн. Подано 123 заявки, это 10 стран мира и 32 российских региона. Во второй тур прошли 77 человек. Продюсер конкурса Владимир Юрковский рассказал нашему телеканалу детали. В течение трех дней практически все члены жюри будут проводить мастер-классы вот тоже дистанционно с участниками конкурса. Поэтому это будет достаточно интересно.